Всем большой привет! Сегодня приготовим печенье Наполеон. Слоеное, воздушное и очень вкусное. В миску всыпаю просеянную муку и добавляю хорошо охлажденное сливочное масло. Руками быстро перетираю масло с мукой до мелкой крошки. Половину столовой ложки уксуса 9% соединяю с очень холодной водой. Размешиваю и постепенно ввожу в сухую смесь. Воду с уксусом добавляйте постепенно, до необходимой консистенции теста. Мне потребовалось около 50 мл жидкости. Тесто должно быть мягким и не липнуть к рукам. Накрываю тесто и убираю в холодильник на минут 40. Достаю и раскатываю в пласт толщиной около 5 мм. Посыпаю сахаром. Складываю пополам. Слегка раскатываю скалкой и снова складываю пополам. Присыпаю мукой и вновь раскатываю в пласт толщиной около 5 мм. Второй раз посыпаю сахаром. Складываю пополам, немного прокатываю и снова складываю. Раскатываю. Третий и последний раз присыпаю сахаром. Складываю, прокатываю и снова складываю. Теперь раскатываю тесто в прямоугольник толщиной около 8 мм. Разрезаю вдоль на 3 равные части. Разрезаю на треугольники. Это можно сделать любым ножом, как фигурным, так и обычным. Печенье перекладываю на противень и отправляю в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут. Достаю, остужаю и посыпаю сахарной пудрой. Печенье по этому рецепту получается очень нежное, слоеное, вкусное и ароматное. Приготовить его просто из самых обычных продуктов. Надеюсь, рецепт вам понравился. Жду ваши комментарии и отзывы. До новых встреч!